значение имени Рашид. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Люди с таким именем являются известными весельчаками, притягивающими развлекателями. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Этим людям характерна внимательность к жизни. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Данное имя имеет в удовлетворительной мере отсутствие ясно намеченной цели. В основном владельцы этого имени имеют ярко выраженное кокетство и легкомыслие. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Эти люди ответственны и терпеливы. Ярко-розовый или лиловый цвет благоприятен для людей с этим именем, но в меньшей степени, чем розовато-лиловый, фиолетовый или пурпурный. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.